Как еще среди муслом, всем хуй сосом на зло. Старайте градус слезой, словно Иосиф Камсон. Так еще среди муслом, всем хуй сосом на зло. Старайте градус слезой, словно Иосиф Камсон. Доброго времени суток, дорогие мои случайные зрители. Сегодня у нас такая несколько неадекватная передача. Сегодня обсуждаем некого рэпера, а кого, послушайте сами. Что можно сказать о нашей жизни? Скажу я вам, не кисни, насладись жизнью. Забудь проблемы, живи в нашем мире, не по системе. Жизнь — это самый щедрый дар, вот он и дан именно нам. Мы распорядимся им, не зная, что ждет нас дальше. Но в мире много фальши. Проходит день, неделя, год, и ты не веришь, что чудо произойдет. Но Бог с неба сойдет и дарит тебе счастьем, но любовью к жизни, и у тебя станут счастливые мысли. Трахайся с этим узлом, всем хуесосом на зло. Старайте градус слезой, словно Иосиф Камсон. Трахайся с этим узлом, всем хуесосом на зло. Старайте градус слезой, словно Иосиф Камсон. Вы это видели? Точнее, слышали? Ну, это ж пиздец. Короче, я как-то с этим пареньком, про которого сейчас выпуск идет, я даже его имени не буду говорить. Нахуй надо. Короче, жил, мне довелось, короче, жить с ним на одной территории. А знаете как? Через стенку. И я слушал его рэп. Это пиздец, ребята. Да не обессудь, что ты там, наверное, сейчас уже, блядь, вскипишился такой весь. Распетушился там, нахуй, блядь. Я к тебе отношусь, по крайней мере, я ко всем отношусь, к рэперам, вот в этим вашим, блядь, уебищным. Очень хорошо. Потому что знаете почему? Вы менее, намного менее зашкваренный, чем Яркут. Запомните это. И ты тоже запомни. И ты. Я хочу как бы еще кое-что вам включить. А знаете, что я хочу вам включить? Что же? Клип! Господи! Ну что, на счет три. Раз, два, поехали! Я так рад, что еще кому-то нужен, что пластилин на завтрак, амфетамин на ужин, что между тем и этим на бит мой плюс положен, что я хотя бы любимый еще прожить должен. Так жаль помнить, что я творил все эти годы, что я плевал на моду, теперь мы в моде. Моя семья Мартини, бит бас плюс пафос. Я частенько на стреме повышал себе градус. Моя любимая долго терпела, простила. Да. А я все так же пачкаю блокноты чернилами. Ты моя милая, спасибо тебе за все. И я надеюсь, что у нас будет все хорошо. Мне тяжело признавать все свои провалы. И то, что мама плакала ночью под одеялом. И то, что нервы сдавали, она на меня кричала. А в это время на меня Свена только отпускала. Вообще все эти клубы оставили печать на печени. И зря вы меня лечите, что время лечит. Я был беспечным, по сути говоря, вечным. В итоге ностальгия, и снова я в пустой квартире. Однако понял я, что про меня забыли. В то же время в рюмке водки конкретно растворили. Трахайся с этим узлом, всем хуесосом на зло. Старайте градус слезой, словно Иосиф Камсон. Трахайся с этим узлом, всем хуесосом на зло. Старайте градус слезой, словно Иосиф Камсон. Ну вот, вы все сами видели, я ни капельки не спиздел. И знаете, что я думаю? Я не буду этого озвучивать. Меня посадят. Короче, как уже повелось во всех выпусках, скажу тебе так, завязывай нахуй. Яркуту я это говорил, тебе скажу. Завязывай нахуй. Ну, если не хочешь завязывать, а если я пожалуйста скажу? Она пожалуйста, только черти отказывают. Так что мотай на ус. Ладно, еще кое-что хочу тебя спросить. Ты за кого голосовал на выборах? Небось за Кожемяку? По уровню зашкваров твоих ты заслуживаешь в этом выпуске 10 яркутов из 10 возможных. И не снимай больше клипы. Или хотя бы выкинь наушники нахуй. Тоже совет охуительный. И потом не говори мне, что я там тебя там как-то называл. Никак я тебя не называл. Я чисто про твою музыку говорил. Заебали вы меня все.
Вот ты мне лучше, вот ты, Алекс Ван, ты сейчас посмотрел видос, и от тебя зависит судьба следующего проекта, следующего выпуска точнее. Ты, то есть твоя задача будет, короче, в комментариях к этому видео написать, про кого нужно следующий выпуск сделать. Там, узнай у друзей, у тебя друзей дохуя таких же, блядь, рэперов. Так что давай. А еще у нас сегодня специальный гость. Вы знали? А угадайте кто? А хуй угадайте, когда вообще? Случайный прохожий, так же, как и все, ни на кого ты не похожий. Может быть, ответишь мне, где поблизости запрятано что-то нелживое, а настоящее. Может, кому-то бог стирать от земли ноги, топая по этой бытовой жизненной дороге. Ну а таким, как я, подавать свободу, поют мысли свободных дней и чистых. Прячься с этим узлом, всем хуесосом на зло. Старый как градусный злой, словно ежик капсон. Прячься с этим узлом, всем хуесосом на зло. Старый как градусный злой, словно ежик капсон. В общем, вот, у нас в гостях сегодня Виша. И мы у нее сегодня спросим парочку вопросов. Как ты относишься? Ну вот прям как относишься к Алексу Ивану? Вот что ты можешь про него сказать? Ничего ни плохого, ни хорошего я сказать сегодня не хочу, так как его творчестве можно разглагольствовать и разглагольствовать очень много и очень-очень долго. Алекс Ван, как бы, твой... к нему как вот так обращаешься, ты? Ну а как ты? Или его? Ну там... хочешь на вы там? Короче, твое творчество, оно мне как бы в принципе, ну, в какой-то степени нравится. Ну, просто ты, у тебя есть харизма, у тебя есть какая-то тяга к творчеству, к рэпу, то, что ты делаешь, как бы, прекрати там себя вести ужасно. Вот. Но ты сводишься, видимо, не у тех людей, ты, блядь, пишешь текста... Где там телефон, да? Да матерись и говори. Ты пишешь, у тебя есть в тексте такие слова, какие-то там жесткие, знаешь, которые ты сам не проходил в жизни. Ты его просто пишешь как, ну не знаю, просто берешь там трафареты у кого-то там, я не знаю, с кого-то считываешь, понимаешь? Нужно от себя все это делать. Ну я как я считаю. То есть там все эти люди, там, блядь, пистолеты, там, кокс, не кокс, это же пау-пау, бэнг-бэнг и так далее. Это как бы, ну это не наше, это не сахалинское, понимаешь? Ну, блядь, нет, не то. Я знаю, что ты можешь делать, знаешь, такую, тебе, я думаю, что не пойдет тебе underground, не твое вообще. Такая, ну, добрая грусть, знаешь, как говорит Йосик, вот, добрая грусть и как бы что-то, блядь, близко к underground, но не underground, в общем, так. Еще вопросы? Блядь, ну ты сейчас. Короче, подожди. Старайся, пожалуйста, тебе очень прошу. О, ты да, очень пожелания, хороший, пожелания. Ты да. Очень хороший, ты очень добрый, очень искренний, ласковый. Ну ты себя иногда, конечно, хуево ведешь, ненавидишь себя за это, вырежешь потом. Вот. И как бы все, я желаю тебе только успеха и продвижения в твоем творчестве. Вот. Ну вот. Видишь, как к тебе относится, видишь? Ты ж не Иркут там. Ладно. Ты ж не Иркут. А к сахалинскому рэпу в целом. В целом? В целом, да. Сахалинскому рэпу? Да. Что я могу сказать? Из Южно-Сахалинска выходят только действительно стоящие рэперы, которые, например, как, ну, Лукич, например, которые вещи делают хорошо, качественно, в плане, не знаю. Ну, в общем, смотрите, если ты делаешь андеграунд, и ты делаешь его хорошо, да, или ты пишешь текста, блядь, так их подаешь, подачи и так далее, то потом, как в принципе у всех. Даже сведение, в принципе, может быть неважно. Главное, что ты, блядь, в душу туда вкладываешь. Так вот. В общем, все хуйня. Сахалинский рэп хуйня, я так скажу. Так что все. Да, это к вопросу. Я хотел третий задать, но ты на него уже ответила. Я хотел спросить именно про вот таких, знаешь, вот рэперов, которые вот... несмотря на то, что они стараются и что-то делают, они делают хуйню. Вот типа всяких... сплинтов там всяких вот этих сплинтов там. Это вот там. То, что недавно опрос выложил Ярбург. Да, и... вот это общая масса вот этих каких-то... Каких-то недорэперов? Хуй поймешь там, что они вообще поют там. Это люди, которые, наверное, просто вот им нравится рэп, например, да? Mm-hmm. И они как бы считают, что, ну вот, там посмотрел какой-нибудь клипас, вот, я буду делать рэп, и я такой крутой, сейчас я вот так напишу, короче, сейчас я пойду запишу какого-нибудь ебилого там, не знаю,
кто там лепливо записывает? Иркут. Пойду там какую-нибудь Иркуту, запишу какую-нибудь хуету, это выложу, и все будут обсирать меня. Ребят, это неправильно. Блять, если ты не умеешь это делать, не берись нахуй, иди танцуй, пой, не знаю. Блять, сука, коров дой, но не делай рэп, если он у тебя получается говняным. Я вас очень прошу. Очень хорошие слова. Прекрасные слова. На этом, Миша, ну, уже там еще что-то хотела сказать. Ну, короче, ну, похуй. Выпуск не резиновый, поэтому скажу одно. Буквально сегодня я узнал, что идет голосование некое. Некое противостояние двух легендарных рэперов. Короче, что-то они там не поделили, там, короче, Яркут и, короче, Спринт, там, вот эти, знаешь, серьезные движушки у них там, короче, вот такие. Короче, голосуй, ссылка будет под видео, обязательно, короче, голосуй, ставь лайки, обязательно голосуй и в комментариях к видео скажи, за кого ты проголосовал. Обязательно. Не за Яркута, нет. Нет. И не за Спринта вообще не ставьте нихуя. Просто лайкайте. И все, ребят, не нужно. Пусть это останется все между ними. Просто петухи ебаные. Короче, следующий выпуск выйдет, когда в группе наберется 150 человек. Это так. Ну, чтобы вы понимали. Так что, блять, пошли нахуй. До новых встреч. До новых встреч. Мы опять пригласим какую-нибудь рэп-звезду. Какую обязательно. И поговорим по душам. Пока. Качайся с этим узлом, всем хуесосом на зло. Старай, как градус слезой, словно Иосиф Гамсон. Качайся с этим узлом, всем хуесосом на зло. Старай, как градус слезой, словно Иосиф Гамсон. Лишь виден коршун в небе, в пустыне выживал, как мог, безумно утекало время. Очнулся от сна, людей кругом не видно. Ну вот и кончилось кино, конец, the end, и титры. Спасибо. А это салфет. Жри мою говно, блин. Качайся с этим узлом, всем хуесосом на зло. Старай, как градус слезой, словно Иосиф Гамсон. Качайся с этим узлом, всем хуесосом на зло. Старай, как градус слезой, словно Иосиф Гамсон.